Десятки поклонников закаливания зимнего плавания встретились сегодня в Автозаводском парке. Здесь прошел традиционный турнир «Мужество нижегородцев во благо России». Этими соревнованиями так называемые «моржи» уже несколько лет подряд дают старт зимнему сезону. Все они уже опытные спортсмены. Некоторые занимаются закаливанием не один десяток лет. Много среди участников было и ветеранов. Ну, ощущение такое, сначала выходишь, тепло идет, потому что сначала вроде, ну и сам-то организм у нас 36,8, а оттуда идет прилив крови, и когда действительно нагрев идет, да, идет. По зимнему плаванию регулярно проводится чемпионат мира. В стремлении к победе не отстают и нижегородские моржи. В этом году к ним присоединились и представители Арзамаса. И пусть не у всех получилось безупречно проплыть всю дистанцию, некоторые в спортивном азарте уходили с маршрута практически под лед, проигравших здесь не было. Каждый получил порцию вкусного пирога, а самые быстрые пловцы – призы и кубки. Григорий Ожигин, Сергей Перемовский, «Объективно спорт», ННТВ.